Сейчас посмотрим. Мадонныч? Ну вот Мадонныч тоже что-то хоть как-то. Это испанский балет. Perdóname. А, да. Крутая, точно. Да, это крутая тень. Послабее припев, конечно, надо дождаться еще раз. Да. Все прям дорогущее, фирмовое, да, никакой сельской свадьбы. То есть, конечно, то, что надо. Вот опять же на контрасте сейчас какое-то характерное видео можно найти. Ну, вот это вот все, да, как бы. Здесь музло, да, не самое, поэтому не самое плохое. Ну да, и такое всякое вот тоже. Немного теплее за стеклом, но сколько морозы. Давай. Словно сон, июльским цветом. Юра, давай! Я и так хочу согреть теплом, но белые розы. Я в такой херне вырос, да. Сколько меня таскали по таким всяким заведениям, когда подходят какие-нибудь огромные тетки с гигантскими титьками вот так вываливают их рядом и типа: «Юрочка, что ты скучаешь? Давай вот выпей». Там был еще лимонад, назывался этот... Ну, понятно, был Буратиноч, и было, по-моему, то ли Золушка, то ли Дюймовочка, вот эти все прям откупаривают, то есть, ну, типа, взрослые бухают, да, как бы, а мне, как маленькому мальчику, там, лимонадика наливают, на тоже там... И все, я смотрю на это все, типа, ох, опа, 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 ходу там, Исаул, Исаул, что ж ты бросил коня, там, и прочее. И поэтому для меня это как бы крайне неприятная ассоциация с такой штукой. Все, кто уже пьяный, если подходит, что-то там, это, ай, что-то... Кто-то уже какую-то чужую там жену начинает поцеловывать потихонечку. Ну, в общем, просто алка дичь безумная. Ужасно. Атмосфера совкова. Да, депрессуха. Потом обязательно будет какой-то мордобой. Кто-то у кого-то выходит, типа, поговорить начинает, типа, какой-нибудь отчет. Все. Отчет, как мы к ней это... Поймем, может, выйдем как мужик, блядь. Мужики, будем выйдем, блядь, выйдем как мужики. Че, не мужик, нахуй? Там все мальчики, тишь, там все, музыка заглушается. А че, либо, о чем, блядь, о чем, блядь? А че он-то, ёпт? Все, блядь. Типа, ладно, ладно, все, типа, ну, давайте выпить и выпить. Давай на пасашок, там, все, давай, там, бля, о чем он, блядь, че, блядь? Все, опять музыка вырубается, опять Исаул, Исаул, блядь, я просто это ненавижу хуйню. Ненавижу просто вообще, пиздец.
И вот я увидел, как вчера здесь проходят как бы гулянки. Это вообще другой уровень. Просто next gen, полный next level. Совершенно другая история. Жесть, конечно. Мнение Фреда по внешности Мадонны. Слушай, ну как она в клипе в этом, по мне, нормальная чика. То есть симпатичная вполне. Но так же понятно, что она вся заделана и переделана. Не знаю даже, как она сейчас на самом деле вообще выглядит. Я думаю, что, скорее всего, вот есть... Мадонна, реальные фото. Давайте посмотрим. Мадонна. Реальные фото. Ну, так как бы не самое... Наверное, не самая, на мой взгляд, привлекательная женщина в таком виде. Ну, просто непонятно, что как бы есть, что где как. Да. Да. Ну, опять же, да, в клипе, как это сделано, это все прикольно.